Я всех приветствую. Меня зовут Ирина. Речь пойдет сегодня о проекте «Живая очередь. Лифт». Пошел уже у нас третий месяц, как я участвую в этом проекте. Я записала, наверное, может, 2 или 3 видео. То есть я здесь не напрягаюсь, потому что это живая очередь. Особо здесь можно и не приглашать. Но, тем не менее, мой доход за все время составил 10 850 рублей. А оплатила я, сначала я оплатила 900 рублей, мне дали один юнит в подарок, то есть 4 юнита было. Следующий месяц я оплатила 4 юнита за 1200, и вот недавно я тоже оплатила 1200 за 4 юнита. То есть 3000 с чем-то я внесла, 10 850 рублей я заработала. Давайте посмотрим. Моя команда. 66 регистраций в команде. Из них у меня 24 личных партнера, которые также мне приносили мои реферальные деньги. Сейчас я буду выводить 1070 рублей на свой PR кошелек. Я уже показывала вывод. То есть я не буду сейчас ждать и дописывать видео, когда деньги придут на PR кошелек. Приходят они, ну, как правило, на следующий день. В настройках я уже указала свой кошелек PR. И вот 1070 рублей отправляются ко мне на вывод. И еще хотела сказать про просто гейм. Если вы в лифте закрыли 7 уровень, вам дадут промокод на бесплатную активацию матрицы за 9,5 долларов, просто гейм. И вы получите здесь очень крутое обучение. Вот здесь вот маркетинг, можете посмотреть, вот перейти в просто гейм. Свою ссылку на просто гейм я также оставляю под видео. Вот я активировала матрицу, то есть я не платила за нее, я ее активировала промокодом, который мне прислали на почту, когда мой юнит достиг 7 уровня. И здесь вы можете ознакомиться. Тут очень крутое обучение. Здесь курсы, вебинары, сервисы. То есть всем этим вы можете пользоваться. Марафоны. Я также уже начала изучать очень крутое обучение по социальным сетям. Две ссылки на лифт оставляю под видео. Один юнит стоит 300 рублей, это в лифте. У меня юнитов 4 по 300 рублей, это 1200. И партнерскую ссылку на просто гейм оставляю также под видео. Эти два проекта связаны, один и тот же разработчик. Всем пока!